постреливают. Военно-морские учения у нас, господа. А сегодня распогодилось. Сегодня нормально. И люди уже на пляж вышли. Ровно 12 у нас пушка стрельнула традиционно в городе. Ну, в принципе, солнца-то нет. А у вас там, я смотрю, плюс 43 кто-то мне скинул. И показывали сковородку, которая нагрелась на солнце, на подоконнике. И туда раскололи яйцо. И оно пожарилось, как у меня на плитке. Представляете? На кухне вот я яйца жарю, так там еще быстрее. Вот такая аномальная жара везде. А у нас никакой жары такой нет. Может, даже это и хорошо, знаете, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, хочется все равно вот на русский поехать, там вот за этим домом желтым. Он виден вместе с этим вантовым мастиком. И еще, конечно, хочется просто загореть, покупаться в теплой воде. Но там вот я вижу, народ купается. Вот так вот приблизил немного, чтобы на пиксели не распалось. И там пляж, там уже так это где-то половина кромки забита загорающими. Ну и купаются, да, заходят, вижу. Пойти тут, что ли, на море? Ну, действительно. О, солнце выходит. Прямо только вышел на балкон, начало солнце выходить из-за облаков. Даже чувствую, как уже припекает слегка. Пойду на море, короче. Ну, а вот так вот за желтым домом у нас город Владивосток продолжается. Там русский остров. Здесь у нас стекла грязные. Тут, конечно, много не покажешь, но там вот туманы я вижу. О, вон. Еще один мост виден. Тоже вантовый такой. Два моста у меня с балкона прямо все видно. Надо его разгрести. Тут завалено, конечно, много. Стекла эти помыть, добраться. А это Золотой Рог, бухта. Смотрите, солнце прямо на глазах выходит. Ой, сегодня прямо счастье привалило нам. А вот машинёшки, видите, везут массово. Машинёшек в порту прямо, ну, я не знаю, все заставлено. Здесь контейнеры видны. Но если левее пройти, посмотреть с дороги, с трассы, там машин просто море, как с Японии, так и с Китая везут. Портовый город, автомобильный. А это продолжается отсыпка для супер-мега катеров и яхт. Ну, которые я показывал, там заходила, да, к нам как-то. Да, олигарха одного. Вот. Я не знаю, откуда их пригонят, но они, я так понимаю, здесь будут парковаться скоро. Хотя у нас там был отличный пляж, но, знаете, простолюдины как-нибудь переморщатся. Да. А пляж можно и уничтожить. Вон, кусочки есть, и хватит вам, да? Перед тем, как пойти на море позагорать, надо ведь там что-то перекусить. На море всегда хочется кушать через какое-то время. Я тут набрал вот этих акционных сковородок кучу. Смотрите, везде их развесил. Вот. Но это нужно, потому что они итальянские, они классные. Мне понравилось с них готовить. Поэтому я собрал там все вот эти наклейки в Санбери. Там 12 наклеек на каждую 600 рублей. И потом еще платишь там от 1500 до 3, по-моему, с половиной, 4
3 сковородки. Купил вот такой шашлык, свиной экстравик. Ну, кстати, мясо классное. Уж что там только мне не попадалось, всякие консервы там сомнительные, которые я показывал, там хинкали эти с дурацким тестом, которое вообще жрать невозможно, оно сырое, как его не вари. А вот эта фирма, что колбасы, вообще мясные продукты идеальные. И здесь очень мало льда, практически я не нашел, это сок. В соку я там, конечно, долил еще растительного масла. Сейчас это все пропечется. Потом я еще, естественно, на гриль вот это приспособление, помните, я покупал, да? Я там вставлю бамбуковые шпажки, как шампуры, чтобы они там, ну, так положил, пропек, повернул, положил, пропек, еще повернул. Выглядели, как будто это все на костре. Можно, конечно, угли было взять, но я один, все работают, говорят, давай на выходных. Может, распогодится, поедем на русский, продолжим экспедицию. Я говорил, золото Колчака, но это не точно. Вот золото пиратов китайских, там его полно. Ну, может, не столько много золота, сколько еще чего-нибудь ценного. Это все на верхушке скал, которые у моря забетонированы, там долбить придется. Вообще оборудование надо электронное, чтобы прозвонить не просто металлоискатель, а такой вот, как я видел в английских роликах, как он называется, прибор там, он на метра три может, я не думаю, что они там прямо штольню какую-то делали. Ну, старинное оружие можно найти, там, какие-то драгоценные камни, полудрагоценные, не знаю, серебро. Ладно уже золото, что мы там замахиваемся, да? Хотя бы серебро найти. Вот. Ну, естественно, государству сдадим. Естественно, оно оценит, что это нахрен и даром не надо, забирать себе. А вот это мы возьмем. Но вот вам 25%. Все по закону. Мы же законники. Мы законопослушные люди. Да. Так. Мы родом из СССР. Вот. Такое мясо прямо сейчас хочется лопать. Вкусное, свежак. Я хотел большое ведро взять. А потом думаю, не, возьму маленькое. Народ же тоже что-нибудь притащит. Свой шашлык, свое мясо, да? Ну, я вот это виковское. Ну, я думаю, что к выходным они уже завтра суббота, потом воскресенье. О, нифига, там солнце уже палит. Надо срочно на море бежать. А то опять все заволочет туманами, облаками. И там посмотрим разный шашлык. Вот. Ну, виковская ведерко я, наверное, возьму. Тут вот 900 грамм. А там, по-моему, по 3 литра ведерка. Ну, конечно, денег стоит. Ну, что делать? На качестве и пользе не экономят. Распогодилось, наконец, к обеду. Катера пошли на острова возить. Ну, в основном туристов. Деньги делают летом. Ну, а кому деньги не нужны, сами отдыхают. А вообще, насколько я знаю, катер сейчас заказать вот такой не проблема. С удовольствием тебя повозят везде, где только пожелаешь. Ну и вообще, как бы идем опять вниз на свое фирменное место. А сегодня хорошо припекает. Сегодня вон там стройка, видимо, закончилась, не гремит ничего. Так, военные отстрелялись, ушли. А я вон смотрю, там вот сместится, уже паркуются большие такие катера. Вон там, где они тут, видите, стоит. Тут старый яхт-клуб, а вот это вот будет все под какие-то там супер-супер яхты использоваться.
Хотя это большой вопрос. Скорее всего, такие же, как и здесь, будут парковаться. Так, ну, морской бриз вообще изумительно сегодня. Так что позагораем. Сегодня это уже загар нормальный будет. Никакого тумана, полюбуемся на облака, да, с вами. Ну, посмотрим. Знакомых я как-то ни вчера не встретил, не так, когда там просто вот где-то прогуливался, чтобы вместе объединиться. Ну ладно, скромно так, потому что такие дни надо ловить. Бали ближе, чем ты думаешь. Ну что ж, мы, пожалуй, на Бали. Вот. Пожалуй, мы на Бали. И поэтому у нас такая погода. Что-то мама шла вон, и ребенка бросила. Ага, побежал к маме все-таки. Так, ну я поснимаю вам здесь виды. И еще вон подойдем к такой скульптуре. Креатив. Ну тут что хорошо, очень дорогое кафе с мороженым. Даже не кафе, а так себе какая-то точка. Здесь у нас что интересного? Площадка для детей. Вот. Вон там изваяние, которое я уже тоже как-то показывал много раз. Ну, а тут, видите, снимают всякие приколюхи. Ага. Так, да, кстати, напекает конкретно у нас. Поэтому надо кепку, наверное, одевать. Так, что у нас здесь? Конечно, голуби. А, купаться запрещено 250 метров. Я не видел эту табличку, потому что здесь, ну, створ, да, в этот яхт-клуб. Так, народу-то немного. Пятница, рабочий день. Наверное, мало кто в отпусках. Так, а у нас скульптура. Давайте ближе подойдем, посмотрим нашу скульптуру. Вот она. Скульптура, конечно, сделана непонятно из чего. Так, а это кто там летает? Губернатор вроде. Вот. Не знаю, что за материал, насколько долговечен. Но так вроде руки-ноги у скульптуры еще целые. Да. Кстати, многие заметили, что эта женщина без трусиков и без бюстгальтера. Хотя у нас такое лето, что как-то, знаете, прохладно так ходить. Так, а там какие-то китайцы на лавке. О, там лавки, смотрите. А на пляжике три лавки поставили вон там. Ну, как бы тоже нормально. Нормальная тема. Так, ну, поблогерствуем, да. Я вот смотрю, Барселону показывают. Потом Лос-Анджелес. Там Майами. Как там люди ходят массово. Отдыхают и чистятся. Ну, только в России такую лестницу могут сделать. Ой, блин. Так, где бы нам завалиться? Да. Так, наше место вот это, где камни, они вообще ушли под насыпь. Раньше как на стуле можно было сидеть. Так, ну здесь мелко. Купаться запретили, но люди все равно будут ходить, на что-то песок. Дальше резко идет глубина. Водные мотоциклы. Ну, это дорогое удовольствие. Машина-то бензин как бы дорогой, а на такие поездки тоже нужно много топлива. Так, что нам вам показать? Так, здесь, да, эскадра уже ушла. Пока я тут собирался,
Так, завалиться где-то надо. Ближе бы, конечно, к морю, но топовые места все заняты. Тогда пойти туда к лавке, может быть, даже не знаю, надо подумать. Думал и решил, увидев эту лавку, никем не занятую, вообще тут никого, завалиться здесь. Вон там сейчас я расстелюсь. Вот, а мусульманка, видите, она по-своему купается в платье, в платочке. Да, свой такой национальный колорит вносят мигранты. Здесь, что интересно, можно пособирать какие-нибудь камешки красивые. Вода грязная, даже купаться не хочется, залезать, какая-то он свиноты. Ну, пожрали, ну, соберите с собой. Нет, вон там пакет они положили с мусором. Типа, кто-то будет убирать за ними. Тут стол. Самое интересное, что кто-то вот его притащил. Ну, очень удобно. Только вот мусор здесь. Ладно, эти камешки. И вот эти вот, как у нас есть такая за городом бухточка, называется, кто ее там стекляшкой называет, кто как. Там в советское время бутылки битые, не калиберные какие-то, скидывали, они разбивались, и там все вот так вот вместо гальки из стекла было. Потом, через какое-то время, у нас стали китайцы приезжать, все вот это собирать. Зачем? У вас в Китае что, бутылок своих нет? И они вот это вот стекло увозят в Китай. Ну, а у нас недавно опять битое стекло там завезли, чтобы восстановить, потому что там красиво, типа, такая, знаете, достопримечательность. Все в этом стекле. Ну, тут, что вам скажу, надо располагаться. Вон, уточки плавают, чаечки всякие. А нет, уточек пока не вижу. Ну, ничего, будут. Тут у нас даже эти какие-то, типа, бакланов прилетают. Ну, погоды не было, что-то их нет. А они обычно вон там, в том конце крылья сушат. Так смешно. Да, люди приходят загорать одетыми. Забавно. В выходные здесь, конечно, много будет народу. А я все-таки правильно сделал, потому что пятница. Вот. Хоть и народу мало, но у нас редкое солнце за лето. Летом солнца у нас не было. А я вот просто сегодня с первыми лучами обеденного солнца выгребся. Но тут на что можем посмотреть? Вон там типа регаты какой-то небольшой. Да, оживилось опять строительство косы. Вон там вот были пляжи. Вон там за этими катерами. Отличные. Но у нас все похерили. Ради наживы всегда. Вот нам оставляют такие вот камни. Какие-то вот такие вот, да, пляжи, где ничего не обустроено. Удивительно, что лавки появились. Вообще, хотя бы вон там и вон там поставили бы какую-нибудь переодевалку. Нифига. То есть я уже молчу о биотуалете, но там есть кафе, туда пускают, там бесплатно можно ходить, свои дела делать, там и умывальники. Ну, то есть там хоть какой-то выход есть из положения, а так только в море в туалет ходят. Вот. А там, смотрите, вон, облачность, туманы какие-то висят. Хотя я вот, когда сюда к морю спускался со своего домика,
я вот видел, что вот это все, это Хасанский район. Только вот это вот выдается полуостров песчаный, это наш Хрунский район. И он прямо там вообще светится. Там вот сверху, если смотреть, там прямо все бухточки, все домики видны. А вот слева тот же Хасанский район уже, но там все заволокло. Вот так меняется быстро погода. Пока доходишь, может измениться настолько, что и здесь появится какой-нибудь тоже туман. Ну, а так помедитировать, посидеть, позагорать. Чувствую, это хорошо припекает. Идеально. Я Деду Селбову загадываю.
чайки над волной кружат. Сюда друзья мои пришли, но не увижу больше я твой взгляд. Глаза красивые твои, зачем так рано ты ушла от нас? Зачем покинула меня? Качает ветер на волнах парка, я на руках несу тебя. О чем-то чайки плачут за кормой, и в борт не плещется волна. Я вдаль от берега плыву с тобой, и мне сочувствует она. Тебя целую я в последний раз, я таю в морской волне, а слезы льются у меня. Приди ко мне, приди, а слезы